Результатами выборов остались довольны не все. Один из кандидатов на пост главы Карелии призвал Центральную избирательную комиссию аннулировать результаты выборов и провести повторное голосование. По мнению проигравшего кандидата Ирины Петеляевой, выборы прошли с массой нарушений, которые начались задолго до дня голосования. Беспрецедентное использование административного ресурса, беспрецедентное использование Центральной избирательной комиссии в своих интересах, беспрецедентное использование средств массовой информации, неравенство политических партий. В результате что мы имеем? Мы имеем недоверие граждан к институту выборов. 70% не пришли на выборы. А это значит, что под угрозой выборы следующего года, в 2018 году, выборы президента Российской Федерации. На заседании Центра избиркома заявление Ирины Петеляевой рассмотрели и приняли решение. Заявление о признании результатов выборов главы Республики Карелия недействительными подано кандидатом на должность главы Республики Карелия оставить без удовлетворения, то есть удовлетворение жалобы отказать. Кто за принятие указанного постановления, прошу голосовать. Принято единогласно.